Ну что ж, друзья, всем привет, привет, привет из такого полусолнечного, полупасмурного Батуми. Вы на канале Джона Скиев, меня зовут Андрей. Сегодня у нас очередная прогулочка с замечательным грузинским городом. Вот, находимся мы сейчас на новом бульваре. Здесь вот, в принципе, вот когда мы были первый раз в Батуми, это, наверное, такое было вот место, которое нам больше всего вообще понравилось. Вот, ну, по первому впечатлению, потому что здесь вот можно сказать, что полностью новый район, офигенный новый парк, красивый, и очень-очень-очень много новостроев. Вот, также есть вот торговый центр Метро Сити. И здесь же вот куча разных апартаментов. Есть еще вот строящиеся дома. Есть уже построенные отели. Вот у нас Legend Business Hotel. И сейчас вот здесь, в принципе, прогуляемся минут там 10-15, то есть как обычно. Вот, расскажу вам немножко про жилье. Про актуальные цены уже, скажем так, на вторую половину сентября, которые сейчас у нас есть. И покажу, может, вот немножко парка, набережной. Ну, в общем, вот так вот. Смотрите, значит, по поводу жилья, по поводу апартаментов. Получается, вот тоже мы сейчас мониторим как бы квартиры на постоянку. Мониторим также предложения на Airbnb и по ценам, по покупке. Гулял я, получается, вот там вот возле Orbi City, вы видели, да, и там вот была цена 23 500, я уже узнал. То есть 23 500 это стоимость, получается, вот самых маленьких апартаментов, 19 квадратных метров, студия, да, в черном каркасе. Вот эта цена, значит, 23 500 долларов, то есть вот получается чуть больше $1000 за квадрат. Вот, ну, насколько я знаю, в Батуми, если брать именно вот новострой, то как бы $1000 это, ну, наверное, самая дешевая цена. Уже где-то вот в пригороде, то есть в окрестностях Батуми, есть варианты и дешевле, если инвестировать. Ну, по крайней мере, были, не знаю, может, сейчас поменялось что-то, но вот, в принципе, нас интересует больше как бы Батуми. Вот Orbi City, это, грубо говоря, центр города. И мы вот будем понимать, что есть вот такой вот ценник, что за 23,5 можно приобрести апартаменты в черном каркасе, сделать там ремонт и сдавать в аренду либо помесячно, либо посуточно. Летом, допустим, вот я знаю, что сдавали в Orbi City по $40 в сутки. Вот. Сейчас какая цена помесячная? То есть сейчас уже, грубо говоря, сезон как бы закончился. Ну, можно так сказать, либо заканчивается, да, там бархатный сезон еще как бы. Понятно, что солнышко будет, еще можно будет позагорать, покупаться, но в целом уже как бы люди потихоньку начинают уезжать. Вот, соответственно, сейчас уже все вот собственники, у кого есть вот такие вот апартаменты различные, они уже начинают публиковать как бы объявления на долгий срок. Вот, какая цена на сегодняшний день? Ну, самые дешевые, наверное, вот апартаменты, которые я видел в том же вот Orbi City, ну, долларов где-то вот 300-350, за 300 я даже не помню, там были у кого-то предложения или нет. Ну, за 350 точно уже можно снять как бы апартаменты на месяц. Вот, на Airbnb, допустим, вот я смотрел тоже, чтобы просто вот на месяц заехать без никаких залогов, вот плюс-минус вот такие вот апартаменты, ну, я смотрел вот там дальше, там у нас есть, тоже туда вот, возможно, дойдем, вот там вот у нас есть, получается, прям как бы с видом на море, ну, сразу, то есть вот в первой линии вот здесь у нас уже море, сейчас я вам, вот если видно, вот там уже сразу море у нас. И вот там есть квартиры, получается, которые вот сразу как бы, ну, на нулевой линии, можно так сказать. То есть дорогу даже переходить не нужно. Вот. И, соответственно, там вот лежишь на кровати,
И тебе даже вставать на балкон выходить не надо, у тебя уже с кровати сразу морской вид. Ну, прикольно. Вот пока еще погодка, скажем, не очень холодно, то как бы нормальный вариант. И вот там я видел, получается, вот грубо говоря, да, новые апартаменты, новый ремонт, там все классно, понятно, в зависимости от размеров, там, квадратуры и всего остального. Но я вот видел, что на Airbnb вот где-то в районе $500, скажем так, можно квартиру сейчас снять. Вот. Есть дешевле предложения, то есть есть дороже, естественно, есть дешевле, есть и по 400, там, по 450, по 350, как я уже сказал. То есть можно найти на любой кошелек. Вот. Это то, что касается цен, получается, на сегодняшний день. Вот. Ну, это апартаменты. Плюс апартаментов в том, что там, получается, классный ремонт, классный новый комплекс. Ну, приятно жить, как бы, вообще в целом в таких районах. То есть ты выходишь, у тебя все четко, все красиво. Тротуарчик, кафешки, рестораны, все сразу есть на месте. То есть ты можешь, не знаю, там выйти где-то позавтракать, допустим, далеко не надо ходить. Ну, то есть, ну ты вот живешь как бы в туристической зоне, можно вот так вот сказать. Но минус в том, что нету газового отопления. То есть вот это как бы минус, особенно там есть и на зиму. Есть, конечно, кто предлагает там, допустим, электро какой-то обогреватель, да, ну кондиционеры, понятно, есть с отоплением. Ну, я не знаю, насколько это эффективно, насколько это, скажем, энерговыгодно, да, потому что газ, ну, не знаю, мне кажется, вот газовым котлом по-любому дешевле как бы отапливать, чем, допустим, какими-то обогревателями. То есть они как бы много жрут, и, соответственно, коммуналка будет больше, чем, допустим, на газовом котле. Ну, а так, понятно, вот обычные квартиры, если брать, ну, вот не апартаменты, да, не в апарт-отелях, вот таких вот самых новых, а просто как вот обычные дома, то есть они бывают там и совсем старые, есть как бы, ну, среднего возраста, там уже ценник, конечно, разный. Вот мы смотрели, например, квартиру, ну, такую, скажем, средний вариант, не супер лакшери, ремонтик, ну, такой уже подуставший немного, то есть видно, что квартира так слегонца подушатана. Но как бы двухкомнатная, там в районе 50 квадратов, все есть в квартире полностью, то есть как бы вся необходимая там техника, мебель, рабочий столик даже небольшой, вид на море, ну, конечно, не такой вот прям вот здесь, да, это получается там квартира немножко вглубь города, но 5 минут от старого города пешком. И к морю там тоже недалеко, это возле парка 6 мая, то есть там вид как бы на озеро и вид на море, 10 этаж. Вот, и вот такая квартира, допустим, на постоянку, хотят за нее сейчас $450. Вот, ну, я не знаю, мы как бы посмотрели, то есть для себя как вариант, скажем так. Ну, пока вот у нас еще как бы здесь в Orbi Residence еще время есть пожить. Вот, будет видно, вот, не знаю, то есть хотелось бы немножко поприличнее, скажем, ремонтик, да, потому что вот все-таки, когда живешь в апартаментах, да, есть минус, возможно, в том, что они немножко маловаты, то есть ты не можешь там разложить как бы полностью все вещи, ну, мало места реально, то есть там квадратов, я не знаю, там 30-40 максимум, 35 может. Вот, и нету отопления, но это уже на зиму. То есть на данный момент оно как бы не совсем-то и надо. Поэтому пока живем как бы в Orbi Residence. Потом посмотрим. Если найдем что-то на постоянку хорошее по адекватной цене, то, ну, переедем на постоянку. Если нет, не знаю, там, возможно, будем еще продлевать. То есть даже вот у нас, допустим, в Orbi Residence, я смотрел на Airbnb, там сейчас вот цена стоит $519 на месяц. Ну, вот то, что я говорю, что за $500 сейчас, ну, без проблем, то есть на Airbnb можно взять себе апартаменты, ну, даже дешевле можно найти. Ну, дешевле там выбор такой небольшой, ну, тоже есть. Есть и по 400 мне предлагали, и за 450 мне предлагали в Orbi Towers, и в Orbi City за 350 я тоже видел. Вот, и вот там вот тоже получается в
той стороне Нового Бульвара. Вот там я тоже смотрел, мне там одна квартирка понравилась, тоже в районе $500, вот так прям лежишь на кровати, у тебя сразу вот уже море видно. Поэтому как, ну, как опыт такой пожить как бы в разных местах, тоже интересно по-своему. Ну, в общем, друзья, в принципе, вот такая вот ситуация на сегодняшний день по недвижимости, по стоимости аренды и по стоимости покупки. Вот. Если, кстати, если есть у кого-то какие-то интересные предложения по квартирам, там, ну, по покупке, я не знаю, ну, меня лично не особо сейчас интересует, ну, возможно, заинтересует кого-то из подписчиков. То есть, если есть у кого-то интересное предложение, получается, по покупке и по аренде, вот аренда нас в том числе тоже интересует, то, в принципе, у меня там всегда как бы контакты в описании есть, соцсети мои, там, Инстаграм, Телеграм, Фейсбук, то можете как бы тоже писать, скидывать там фотографии, то есть указывать цену, вот, что почем. Если будут какие-то интересные варианты, то посмотрим как бы, ну, и для себя, как минимум, то есть нас аренда сейчас интересует на долгосрок, и, соответственно, для подписчиков тоже можем показать. Я думаю, сейчас для многих актуален вопрос и аренды недвижимости, да, кто хочет, например, переехать, может, на какой-то постоянный вариант с отоплением. И также на покупку, я думаю, тоже есть люди, как бы, которые интересуются, так сказать, да, как каким-то инвестировать, ну, то есть хотят там где-то, может, проинвестировать, не знаю, там живут в Европе, либо еще в каких-то странах, есть деньги, и вот хочется где-то проинвестировать, да, так сказать, то, я думаю, тоже можно вот людям показать, как бы, сколько это стоит и какие варианты есть. Поэтому, в принципе, вот, если что, пишите, так сказать, в соцсети. Вот, это у нас парк Леха и Марии Качинских, ну вот, поляков, ну, в честь, скажем так, поляков. Сейчас вот подойдем, посмотрим. Так, тут у нас есть на польском, на английском и на грузинском. Лех Александрович Качинский, президент Речпосполитой. Вот это, насколько я знаю, это те, которые были вот в катастрофе, там, где в Беларуси. Получается, самолет разбился с представителями дипломатов польских. Вот, Лех Качинский. И вот здесь вот такой вот замечательный парк. Вот, ну, про парк это, я думаю, уже там отдельно потом надо снимать какой-то обзор. Вот, парк здесь очень красивый. Ну, и вообще классная локация. Здесь полностью новые дома, торговый центр. Ну, торговый такой не сильно большой, но красивый. И вот вечером тоже здесь все светится. Все сияет, так сказать. Вот. Может, потом как-то вот выйду, покажу вам уже, как выглядят непосредственно все вот эти комплексы. Там есть вот даже, я знаю, один комплекс, который прям с бассейном во дворе. Тоже классно, вот летом он работает, ну и сейчас тоже еще работает, мы вот были вчера или позавчера там, тоже вечером можно купаться, ну классно, друзья. В общем, вот так вот, в принципе, вот такое вот небольшое видео, такая небольшая, скажем, 5-минутная прогулочка. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делайте репосты, пишите свои вопросы в комментариях. Там, либо в соцсети мне. Ну, в общем, вот так вот. С вами был Андрей, канал Джонас Киев из Батуми. Спасибо всем за просмотр. На связи. Увидимся. Счастливо. Пока, друзья.